Excuse me, why? Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ. И сегодня мы поговорим о таком танке, как Т-28. И нет, это не тот Т-28, который американский, а советский Т-28 на втором ранге с боевым рейтингом 2,3. Вы знаете, что я испытываю определенного рода любовь к машинам второго, третьего и даже первого ранга, и этот агрегат показался мне интересным. Вернее как, в свое время он показался мне абсолютно неинтересным. Машина все-таки проходная, но позже мы поймем почему. Но вы просили меня сделать обзор на т 28 Э. И прежде чем делать обзор на т 28 э давайте познакомимся с его более ранней версией, обычным т 28 Итак, как я и сказал ранее, боевой рейтинг 2.3, ранг 2. Соответственно, мы не встречаемся со всякими панцерами и в основном шерманами. Ну, разве что. Редкие-редкие исключения могут нас постигнуть. Очень, кстати, неприятные редкие исключения. Но, тем не менее. Что у нас есть такого, что нас может выделить среди всей этой техники мелкоранговой? Особенно, например, что нас выделит против Т-80, у которого такой же боевой рейтинг. Нас выделяет орудие. Это 76-миллиметровая пушка L10. L10, конечно, очень неприятное орудие благодаря своим снарядам, но с другой стороны, калибр довольно большой и стреляет она очень даже серьезными снарядами. Но обо всем по порядку. Прежде всего, это орудие, кстати, L10, а не L11, так что не надо рассчитывать на то, что орудие идентично с орудием 34-ки ранней. К сожалению, нет. И выявляется это в следующем. Во-первых, не такой набор снарядов, а во-вторых, хуже баллистика, причем, ну, довольно за заметно хуже. Я бы не сказал, что для тех, кто играл уже на хороших танках, она будет супер заметна. Но кто просто пересядет потом с обычного Т-28 на Т-34 1940 года, тот, скорее всего, эту разницу заметит. Начальная скорость полета снаряда 550 метров в секунду. Это практически на 100 метров в секунду меньше, чем у боеприпасов, таких же, которые будут вылетать из орудия L-11. Также стоит отметить, что снаряд у нас только со взрывателем МД-5, что очевидно. И на данном боевом рейтинге это, казалось бы, меньше влияет, поскольку нет особой экранированной техники. Но есть проблемы. В том, что в принципе эти снаряды ведут себя неадекватно. Внутри 150 грамм взрывчатки, но чтобы вы кого-то ваншотнули, это нужно постараться. Ну, это я утрирую, но тем не менее, очень часто случаются такие ситуации, когда снаряд либо вообще не наносит урона и смотрится это довольно дико. Я в этом видео надеюсь вставлю вам какой-нибудь такой фрагмент. У меня вроде бы был с крусейдером. Ну, и бывает, он наносит урон, но не такой, какой хотелось бы. То есть убивает двух или трех членов экипажа. Иногда одного. Но хотелось бы. Естественно, ваншот, поскольку взрывчатки много, 76 мм, и осколков должно хватать, тем более низкий боевой рейтинг, а значит машины с плотной компоновкой, в принципе, небольшие. Но такого не происходит. Все благодаря этому взрывателю. Ну, что мы все о нем? Какие еще есть характеристики у снаряда? 68 мм пробития в упор и 58 на 500 метрах. К сожалению, это довольно слабые показатели. Это не вот прям чтобы очень мало. Но, тем не менее, могут возникнуть сложности с машинами боевого рейтинга около трех. Или, например, тем же самым Шерманом со 105 миллиметровой пушкой. Пойди-ка найди, куда его еще пробить. Ладно, командирские башенки, но с такой баллистикой на дистанции вы просто не выцелите и не попадете. В общем, случаются какие-то неприятные непробилы, впрочем, не так часто, но это нужно как-то иметь в виду. У той же 34-ки пробитие выше на тех же самых снарядах. Но тут как бы с другой стороны, если посудить, то 50 мм очень часто часто встречаемся с машинами, у которых и дай бог 30 мм брони, поэтому хватает. Время перезарядки зато у нас довольно шустрое, 5,4 секунды на экспертах, это действительно быстро. И к этому хотелось бы отметить, что еще и скорость порота башни терпимая, 14 градусов в секунду. Есть у нас противники, у которых нет нормальных приводов, и это радует. Но есть и проблемка. Вертикальные углы наводки минус 5 градусов вниз и 25 наверх, но соответственно некоторые позиции для нас будут закрыты. Впрочем, для советской техники это терпимо. А если отталкиваться в принципе от машин, которые находятся на этом БР, конечно, это мало. У всех тут в основном от 8 до 12 градусов вниз. И они вас будут перестреливать через холмы. Также Т-28, конечно же, выделяется не своим орудием, а внешним видом. Он выглядит довольно исполински, по трамвайному. Настоящий чух-чух паровозик. Проблема в том, то, что этот чух-чух паровозик не обладает достаточным бронированием для того, чтобы выстоять против вражеских снарядов. Все-таки машина довоенная и Создавалась немножко с другими целями. Да-да, она многобашенная, но, к сожалению, в этих двух башенках у нас есть только пулеметы, ДТ-шки, три штуки. На самом деле пулеметы довольно бесполезные, потому что пробивают они довольно мало брони, около 7 миллиметров на 500 метрах. То есть, ну, максимум зенитки пробьете. Ну или в упор, может быть, кого-нибудь в решетке радиатора или что-то типа того. Но особо не надейтесь. Но зато у нас их три. И соответственно эти две башенки обладают членами экипажа. И у нас хорошая внутрянка. Но давайте чуть-чуть о броне. Если мы говорим о лобовой проекции, то толщина брони варьируется от 20 до 30 миллиметров. В среднем. Есть еще наклонная ВЛДшка с 15 миллиметрами брони, но, честно говоря, не важно. Нас пробивают в любое место, и это печальная история. Борта то же самое. 20 миллиметров брони, корма 15 и 20 миллиметров брони. В общем, если на вас выезжает человек с браунингами, то он может вас пробивать в корму, в борт, в упор, наверное, и в крышу. Может быть, даже куда-то в лоб. Но в основном это касается самолетов, которые все-таки редко встречаются на втором ранге с этим боевым рейтингом. И понятное дело, что раз броня не танкует, то живучесть должна реализовываться за счет внутренней компоновки членов экипажа. Но здесь довольно двоякое ощущение. Вроде бы экипаж это 6 человек много. Но они сидят все очень и очень тесно. Трое в главной башне, один в во лбу корпуса и двое в других двух башенках с пулеметами. И здесь возникает такая проблема. Если залетает мощный каморник в мехвода, то вы, скорее всего, теряете всех членов экипажа. Даже если залетает просто какой-то снаряд в мехвода, то, скорее всего, он пролетает дальше и убивает вам трех или четырех членов экипажа. Иногда, очень редко, можно танкануть этими башенками этих стрелков-велосипедистов, биатлонистов, антихристов. К сожалению, редко, потому что не всегда туда летит снаряд, особенно если игрок знающий, ни за что вам туда он стрелять не будет. Иногда танкует казенник, непонятно чем, потому что толщина его также небольшая, но это случается. В остальном же Т-28 не живет. По бронированию это реально единица, потому что не танкует он ничего. По внутренней компоновке 4 с минусом, поскольку есть еще одна проблема, это боекомплект, которого довольно много. Если вам стреляют в борт, скорее всего, вас пробивают туда и взрывают БК. Случалось такое и случается нередко. В общем, броня есть, размер есть, а толку от этого особо-то и нет, поскольку это только мешает вам. За счет огромного размера вас только легче обнаружить, но никак не защититься от противника. Но здесь есть и определенного рода плюс, но Т-28. За счет габаритов, вероятно, в него смогли впихнуть довольно мощный двигатель на 500 лошадиных сил. По сути, тот же самый, что и на 34-ках. Кстати, им подкрутили их в обновлении. И я буду немножко возмущаться по поводу этого, когда буду делать обзор на Т28Э, но об этом все-таки уже в следующем обзоре. Итак. 500 лошадей на 25,5 тонн дает нам неплохую динамику. И единственное, что нам мешает чувствовать себя перышком, которое несется по ветру, это 40 км в час максимальной скорости. Но в целом машина довольно динамичная. И поворачивается, кстати, он тоже относительно неплохо для своих габаритов. Но как ни крути, это сраный трамвай. И он едет вперед бодро, но с поворотом, естественно, для таких габаритов он будет проигрывать в основном всякими там Т-80 и прочим прочим-прочим машинам похожего ранга, но более адекватной компоновки, более современных, так сказать. Короче, какие в итоге у нас есть плюсы и минусы у Т28? К плюсам можно отнести довольно неплохую живучесть, если противнику не везет. Также можно отнести неплохую подвижность и, в принципе, орудие, если бы не одно «но», касающееся МД-5 взрывателя, поскольку этот снаряд довольно часто может вас подвести в самый неподходящий момент. Ну а так, вроде бы есть и относительно нормальные углы, и перезарядка, и скорость поворота башни. И в итоге действовать на данном танке довольно просто. Вполне можно врываться, это довольно неплохо вознаграждается. Главное всегда следить за бортами, иначе если вас будут ставить на движок, вас просто убьют, вы можете стоять рожь за зданием жопа из него вылезти, ну и соответственно туда получите. Башня находится в центре и вылезти безболезненно бортом, например, танкануть ну никак нельзя. Поэтому Т-28 применяется только в рейдовых атаках, ну либо с каких-то позиций. Однако не особо хорошая баллистика этого орудия, думаю, не позволит вам перестреливаться на дистанции свыше километра и делать это успешно. Если у вас хороший глазомер или вы пользуетесь, естественно, определением дальности, то есть шанс, что вы будете убивать, потому что все-таки за броневое оно присутствует. тууд твэ но я бы, наверное, не советовал. Сближайтесь, скорость есть, и орудие тоже сблизи гораздо проще будет реализовать, особенно против каких-нибудь там шерманов или каких-то еще машин, которые обладают уже бронированием, и вам нужно будет их пробивать. Издали это будет сделать тяжело, а в упор гораздо проще. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр, если эта техника вам интересна, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, и все вот это вот вы сами уже знаете. Ждите обзора завтрашнего на Т-28Э, и я пойду делать для вас этот самый контент пишите какие еще машины обозреть и пока пока